шутит, а? Артист должен переодеваться. Я. Я тут, кстати, альтернативную группу, ну, альтернативный проект собрал. Ну, я там на самом деле один, но я уже альбом начал писать. Это панк-группа, она называется «Панк-группа Киркор Филиппов». Сплошной Киркор. Только Киркор. Когда сезон дойдет до половины, а воля к жизни разлетится в прах, ко мне придут огромные мужчины и унесут на каменных руках. Я стану пластилиновой кроткой, я замотаюсь в паранджу волос. Мужчины купят очень много водки, повяжут бантик, сделают наркоз. Тут пришли огромные мужчины и говорят, что это все фигня. Смеются над моей дурной печалью, берут за шею, носом тычут в жизнь и говорят, что небо раскачали, и говорят, молчи, душу держись. Когда от неба лопнет голова, ко мне придут огромные мужчины и на спине завяжут рукава. Славины песни или Варины, да, я не могу себе позволить, ну, халявить. А своих песнях я могу себе позволить не играть. Поэтому вот и в следующей песне я тоже играть не буду. Еще тут поплещу маленько, посверкаю.